Вот это, ребята, у нас снега тут поднакидало, блин. Падла такая. Снега поднакидало вообще по-доброму, блин. Вот. Сейчас чуть-чуть раскопаемся. Надо сейчас убрать вот это все. А ну, сейчас заведу. Зверя пусть молотит, блин. О! Блин, после... Хрен, да, ну и после ливня все замерзло, да? Так, как же мне попасть? С той стороны попробовать. Сейчас. Еще эта дверь открылась нормально. Так. Сейчас, мои. Да, мне тут сугробы. Бля, сквозь окна понакидало, блин. Полиэтилен попорвало, блин. Сейчас мы крутанем. Попробуем. Полточка. Полточка. Полточка, ребята, завелся. Сейчас пусть молотит. Пойду сейчас бафа раскапывать. Так, разгреб я бафа. Короче, ребятки, сейчас надо мне переодеться, блин. Охереть, снега. Тут все хоть нормально. Вот, надо сейчас залезть туда, блин. Охереть, блин. Ну и, в общем, замотать. Размотать и замотать по новой. Ну все. Что у нас там с керосином? Что-то не видать. Да, фонарик. Но Боинг пусть полотит. Ему полезно. Обкаточку проходить, ребята, надо зимой. Вот, пусть работает. По чуть-чуть, понемножку. Не обкатывается, а обкатывается. Пусть мы вообще молотим. Все ништяк. Все, ребятки, прогрелся Боинг. Прогрелся. Все уже тепленький, тепленький. Пусть молотит. Пусть молотит. А он, видите, ни дымка не кидает, ничего. Ну, может, этот, форсуночки потом посмотрю, подрегулирую. Ну, посмотрим, то уже видно будет. Скачки покажут. А так, все нормально. В общем, полез я переодеваться, блин. Полез, блин, расчистил бафика. Сейчас надо все-таки, блин, как не хочется туда лезть. А что делать? Блин, холодно, блин. Сейчас надо пойти остыть немножко, а то спина мокрая после чистки снега. Надо чуть остыть, накидать шмоток туда. Залезть, а то черный сделать. Город нечищенный, нафиг никому ничего не надо, блин. Что-то тут аварии, блин. А что у них не ездят машины, блин. Что-то банки лимонят. В общем, у нас в городе сити-менеджеры. В общем, одни сити-менеджеры. Мэра нету, сити-менеджер. В общем, фигня какая-то полная. Все ждут, пока все растает. Сейчас надо на Ростов там мотнуться. Вот. Мотнуться на Ростов. Что-то вот этого на Ниссане, блин, одно колесо тормозит, что его кидает, швыряет. Хер поймешь, блин. В общем, потом что-нибудь покажу. В общем, там с Бузулука выехала машинка. Заказал я
У меня ж запаски нету дисков. Ну, диск есть один алюминиевый. В общем, Саня Оренбургский подогнал мне там человека. Он сейчас выехал с Бузулука, сейчас в Ростове. Железные диски там в идеальном состоянии, ну, как они говорят. В общем, сейчас поеду, хочу себе пару дисков взять у него. Посмотрим, что там, блин. В общем, еду в Ростов за дисками. В общем, ребята, приехали, привезли Мишин капот с ВНЛ-ки. Сейчас покажу. Привезли капот. Он ВНЛ-ку свою восстанавливает. Вот. Сейчас я боковинки. Вон пацаны капоты чистят. Сейчас я вам сниму этот телефон. Вот смотрите, ребята, номер телефона. Сейчас я вам покажу. Люди занимаются ремонтом, восстанавливают капоты, вес на американца. Вот кто заинтересован будет, звоните по телефону. Вот уже готовый стоит. Это находится в Новочеркасске. Я номер телефона оставлю. Ребята занимаются тут полностью, восстанавливают, делают. По ценам можете потом позвонить, узнать. Телефон оставлю. Делают, восстанавливают решетки. В общем, новые делают решетки. В общем, такие темы. Сейчас телефон вам еще раз сфоткаю. Ну все, мы погнали. Поехали, диски забирай. Сейчас Миша выйдет. В общем, Миша решетку себе заказал новую. Вот, будет человек ставить новую решетку. В общем, потом покажу, что на выхлопе получится. Он с классика или что-то. Тоже восстановленный. В общем, ребята, не удержался. Я сейчас еще решетку вам покажу. Цена новой решетки 8000 рублей. То есть у них есть матрицы. Ну, они все это восстанавливают. Это бампера, блин. Делают. Вот решеточка. Вот такая решетка. 8 рублей. Новая. Ну, так что все отлично. Так, все, надо ехать за дисками. Ну и все, ребята, в общем, купили мы диски. Взял два диска за пятачок. Вот, на запасочку пойдет. Как у меня, как раз двумя отверстиями. В общем, пишите комментарии. До новых встреч.